Номер Deluxe — это базовая категория номера в отеле Bodrum Edition. Такая достаточно просторная комната, светлые тона, стоит двуспальная кровать, рядышком еще один такой вот диванчик приставной, стол. Комната просторная, здесь же такой большой санузел, он фактически прямо перед входом находится. Огромная ванная, косметика Le Labo, американская косметика используется в этом отеле. И душевая кабина с туалетом. Так, в каждом номере есть своя терраса, свой балкон. И причем фишка отеля, на каждом балкончике есть оливковое дерево. Вот такой шикарный вид. Лежачок и столик с двумя стульями. Вилла в отеле Bodrum Edition. Вилла одна, имеет 4 спальни, имеет большую гостиную зону. Значит, вот первая гостиная комната небольшая. Дальше есть огромная гостиная. Сейчас тут небольшой такой ремонтик происходит. Лестница на второй этаж. Там 3 спальни находятся. Есть отдельная большая кухня со всеми необходимыми принадлежностями. Все полностью есть на этой вилле. И выход в гостиную также. Там стол и обеденная зона. И вот тут же находится рядышком одна из спален. Светлая тона, спальня просторная, в ней есть санузел, также достаточно большой. На втором этаже еще 3 спальни находятся. Вот зеркальная одна спальня, как на первом этаже. Все то же самое здесь. Еще 2 спальни отдельные, вот. Одна из них с 2 односпальными кроватями. И такая огромная еще спальня на втором этаже с гостиной, с зоной, с большим телевизором, с террасой. На террасе есть стульчики. Во дворе еще есть свой бассейн. И шикарный вид.
Так, за мной отель Bodrum Edition. Это отель для тусовки, это отель для взрослых. Здесь для детей практически ничего нет, но здесь есть диджей, здесь выступления различных артистов, вечеринки, пати. И отель такой компактный, территория небольшая, каскадная, но номера красивые, пляж красивый и действительно место интересное.